сегодня утром после завтрака, ой, после завтрака, перед завтраком именно, работают все, кто что может делать. Братья там убирают остатки, очищают бревна, доски, от гвоздей все. То, что мы привезли там эту башню, разобрали в лагере Стане бывшем. Сейчас они все это убирают. Значит, ходит везде, убирает сорняк, крапиву, лопухи, все это вырезает, что все зарастает и гниет потом, если дерево лежит. Вот. Полина и другие поливают, ходят там дорогу, где там. Там просмотри, что дерево, насколько она пропиталась. Она до коней должна была делать. Игорь Барабаш проехал на комбайне, сразу метров 5 прошел, скосил сено. Поливает они. Будет ли от этого пользы, неизвестно. Что он делает. Здесь вот пролили. В принципе, заросло бы все равно, даже если бы ничего не делали, все равно бы трава свое потом взяла бы. Вон уже докуда идут. Это все проливать надо. Ну вот так вот. Слава Богу. Полина, все, говорят. Все, да. Вот лучше полей этот цветник здесь. Цветы? Цветы, да. Там в кустах появился чей-то платок. Похоже на фрусь. Ну отдай. Отдай. Куда ты пошла? Я говорю, цветник полей. Ну, все, слава Богу за все.